Конгресс-холл агентства рекламно-выставочной деятельности переполнен молодыми и перспективными. 5 декабря здесь финишировала долгосрочная целевая программа «Новое поколение». Профилактика безнадзорности, информационная и кадровая политика в молодежной среде, поддержка начинающих предпринимателей и многое другое. Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области подведены итоги прошедшей пятилетки. Программа «Новое поколение», рассчитанная на 5 лет, стартовала в 2009 году. За это время проведено около 200 мероприятий, нацеленных на развитие личности, сохранение здоровья и самореализацию молодежи. В рамках данной программы приняло участие тысячи молодых людей, поддержано более там сотни разных проектов по разным направлениям, видам деятельности, начиная от молодежного предпринимательства и заканчивая развитием творчества. Это, конечно, прежде всего поддержка кадров органов по делам молодежи. Поддержка общественных инициатив, молодежное предпринимательство, развитие движений студенческих отрядов. Итоги работы по каждому из направлений программы собравшиеся смогли оценить по специально подготовленным видеоматериалам. На торжественной церемонии отмечены все те, кто принимал активное участие в реализации программы. Так, награждены дипломами и денежной премией учебные заведения, участвовавшие в конкурсе на лучший добровольческий проект. Отметили также лучших актеров школьной, первой и второй лиг КВН. Среди них Сергей Колмогоров, участник команды «Молодежная сборная». Поддержка какая-то ощущается, это приятно. И вся эта программа, если работает, если мы выступаем, у нас есть возможность показывать себя, это хорошо, это радует, конечно. Отмечены и вузы-участники проекта «Молодежная культурная столица». Победители и финалисты конкурса профессионального мастерства среди журналистов. Сертификат и гранты на реализацию проектов в размере 200 тысяч рублей получили победители конкурса среди молодых предпринимателей на лучший бизнес-проект. Александр Фабрициус выделил наиболее отличившихся командиров за заслуги в развитии студенческих отрядов. В ответ бойцы подготовили министру свой подарок. Есть у нас одна традиция. Настоящим стройотрядовцами, которыми с нами провел семестр, мы вручаем нашу стройотрядовскую куртку, и следующее открытие Александра Соломоновича вы будете в ней проводить вместе с нами. В завершении торжественной церемонии министр дал старт новой программе, начало реализации которой молодое поколение ждет уже в следующем году. В 2014 году стартует новая программа «Новое поколение» до 2020 года. И наше министерство, и наши подведомственные организации, все районы области, все наши специалисты, конечно же, настроены работать дальше, работать позитивно, работать конструктивно. Я надеюсь, что наши специалисты нашего министерства по делам молодежи как раз будут строить и начнут строить стратегию Омской области. И они как раз будут тем потенциалом, который сможет вывести нашу Омскую область на новые рубежи. Новые, новые, новые.